для оформления мы приехали вот на такой пирс, который вообще не предназначен для таких лодок, как у нас. И вот сам порт, в котором будут проходить все оформления. Но так как тут снимать нельзя, я снимаю аккуратненько. Я думаю, что всем видно. Вот мы уже сейчас находимся в Марине Хургаде. Мы прошли уже все таможенные и карантинные оформления. О, лодочка выходит на тест, соседи наши. Но я хотел вам рассказать одну очень печальную историю касательно того, как правительство Египта убивает насмерть весь бизнес в этом регионе. Когда мы сюда подходили, мы читали о том, что ввели дополнительный акциз в порт Саиде. Это северный порт в Средиземном море. Когда заходит лодка в Средиземное море и нужно пройти Суэц, вы в любом случае будете вынуждены оформляться для прохождения территориальных вод Египта. Стоимость прохождения $650, исключительно регистрационный сбор. Но это еще не все. Мы думали, что это ввели только там для прохождения с севера на юг. И так говорили люди, которые в курсе дела. Но когда мы зашли в Хургаду, оказалось, что здесь оформление нашей лодки на чекин стоит $1200. Это самая дорогая регистрация в мире. Еще при этом куча геморроя, занимает куча времени, вы должны пользоваться агентом. Ну, агент берет небольшие деньги, в стоимость это все входит. Но только регистрация, официальный платеж в регионе Хургада $750, плюс туда визы, плюс карантин, плюс, ну, короче, что получаете вы за эти деньги? Вот такую вот бумажку, которая разрешает вам ходить по территориальным водам Египта 30 дней. И вот такую бумажку, это карантин, ну, карантин понятно. За $1200 регистрация не входит прохождение Суэцкого канала. Это дополнительно до $500 обойдется. Собственно, здесь в Марине из туристических лодок стоим мы одни. Марина наполовину пустая. Вот вы можете посмотреть. Это все стоят сзади лодки, которые люди живут именно в Хургаде. Туристической лодки нету ни одной. Мы единственная лодка. И как мне сказали со слезами на глазах местные жители, которые вовлечены в этот бизнес, наверное, и последняя. Потому что за $1200 ни один человек в здравом уме не придет в Египет, чтобы месяц поплавать, понырять. Это просто психиатрия. За эти деньги, ну, богамы 500. Это, я думал, это дорого. Там 550, но не 1200. Ну ладно, шут с ними. То есть я думаю, что мое нахождение в этом регионе, раз мы уже пришли, мы уже вам все покажем, расскажем. Но тем не менее. Теперь несколько слов о Марине. Марина удобная. Я вам немножечко дальше покажу ее всю инфраструктуру. И расположена в самом центре города. Выходишь из Марины, попадаешь сразу в сам город. Вот на карте можете посмотреть, где проходит основная улица. Это Sheraton Street, главная улица Хургады, но это туристическая улица. Рядом с ней находится Марина. И в старый город, это в другую сторону, на север. Вот здесь на карте тоже видно, вот эта часть, это старый город. Рядом с Мариной находится мечеть и рыбный рынок. Туда можно за 2 минуты прийти, купить каких-то морепродуктов. Все они стоят по цене достаточно нормальные деньги. Короче, дешево. Теперь касательно Марины. Марина стоит $24 в день. Сюда не входит вода и электричество. Вода стоит, по-моему, $4 за 1000 литров или $5, я уже не помню. Электричество 20 центов за киловатт. Так как у нас кондиционер, я думаю, в итоге мы получим нормальный счет такой. Но об этом мы сильно долго говорить не будем. Короче, мы здесь лодку обслужим, приведем ее в порядок для прохождения нашего в Средиземном море. По местным меркам здесь дешево, по европейским меркам здесь дешево, местные зарабатывают как могут. В Марине очень хороший менеджмент, управляющего зовут Шериф. Шериф очень классный менеджер.
И для него очень большая проблема то, что сейчас ввели вот эти новые законодательства, и марина стоит пустая, они вынуждены поднимать цены для местных, местные уходят из марины. Короче, это цепная реакция, и я не думаю, что это хорошо скажется для туристического региона. Ну, наверное, об этом все. Дальше я вам уже расскажу о самой марине, о самой Хургаде. И, ну, это будет уже завтра, потому что мы уже оформились. Оформление заняло по времени. Мы пришли в 10 часов на пирс, я вам пирс показывал, и вышли в 5 вечера. И еще один момент, который я хотел добавить. В Египте запрещены дроны. Два наших DJI Фантома были конфискованы таможенными службами. За это у них тюрьма и конфискация. Но если ты пишешь бумажку о том, что ты его добровольно передаешь при входе, никаких проблем нету. И это подтвердили несколько людей, с которыми я разговаривал. Поэтому с дронами сюда заходить нельзя. Что делать с нашими старыми дронами, у меня уже вопрос не стоит. Мне его помогли решить в Египте. Но посчитайте, $1200 плюс два старых дрона, плюс прохождение Суэца. Нужно быть очень богатым человеком для того, чтобы в здравом уме сюда прийти. Ну, у нас уже так получилось, то есть это уже вынуждено. Мы, конечно, очень расстроились, но смертельного в этом ничего нету. Но просто знайте, что в Египет с дронами нельзя. Друзья, сейчас я вам расскажу немножечко о марине, в которой мы стоим. Эта марина называется Хургада New Marina. Вот внизу ее координаты. Это новая марина, частная. Я не могу сказать, что это самое спокойное место вообще в Хургаде для стоянки лодки. Но тут особых вариантов немного. Вот посмотрите, как мы сейчас стоим и насколько лодку болтает. Внутри, конечно, это вообще ничего не чувствуется. Но лодки стоят, вот вы видите, присутствует такой небольшой свел. И, в принципе, такая болтанка есть. Но для нас стоять удобно. Но если вы хотите, вот, чтобы был flat-flat, то ну, вы можете посмотреть, как это все происходит. Вот это тот пирс, на котором мы стоим. Понтоны не плавучие. То есть это бетонный, как он называется, ки. Вот, вот такой пирс. И здесь есть отливы-приливы. Отливы-приливы где-то в районе 70-80, иногда 90 сантиметров, в зависимости от того, спринт-тайт или нип-тайт в данный момент. Итак, здесь есть понтон номер 2, на который мы стоим. Вот там видно понтон номер 1. И вот еще два понтона, они идут параллельно и выходят на набережную. С другой стороны это идет длинный пирс, но на нем в основном катают туристов. Вот вы можете посмотреть на корабли, которые здесь стоят. Это в основном дайверы, трипы, сафари, которые продолжаются несколько дней. Иногда это просто дневные туры, лодки достаточно большие. Или, опять же, это кайт-сафари. Вот такие странные лодки. Это лодки с прозрачным дном. То есть для туристов можно смотреть, что происходит на рифах. Но нас такой аттракцион сильно не интересует, поэтому мы не знаем. Большая новая мечеть, которая стоит рядом с мариной. И очень прикольно, когда муэдзин поет и созывает на молитвы, есть какой-то в этом шарм. Очень классно. Вход в марину, вот вы видите там вдалеке красный маяк. Это показывает на то, что это левый борт. И зеленый находится с правой стороны на вход. То есть система как европейская, не американская, когда она идет наоборот. За мариной, вот там дальше, это отели, береговая линия. И в ту сторону также идут отели. И старый город находится по той стороне, аэропорт находится справа. Можно выехать на дайвинг, можно выехать на снорклинг. Все, что хотите, все находится здесь рядом. Вот там видно вдалеке, это уже следующий остров. Но между нами и тем островом идет большой риф. И можно выехать и прямо нырять. Но есть момент, на тузике вы не можете нырять, потому что есть ограничения у Костгарда. И вообще с этим огромное количество геморроя. И они делают, вообще просто убивают яхтенный бизнес. Потому что в марине, вы можете посмотреть, стоит несколько лодок. Но это все местные. Из туристических лодок мы находимся одни. Про ценник я вам рассказывал. Я думаю, что мы первые в этом году
а может не первое, но последнее однозначно. Люди в здравом уме в Египет на лодке заходить не будут ни под каким соусом. Но я больше, во всяком случае, не пойду. А если и пойду, так просто транзитом, потому что не хочу вот с этим всем больше сталкиваться. То есть вот так местное правительство убивает яхтенный бизнес. Но меня это не касается, это их дело, дело египтян, пускай развлекаются. А вот сейчас мы находимся в комнате отдыха, наверное. Короче, здесь Facility of Marina, то есть бесплатная стирка, сушка, ну, естественно, душевые и, естественно, туалет. И есть комната отдыха и рабочий стол. Это просто такая паблик-зона, в которой, если нужно посидеть, поработать, можно сесть. Прикольный стол. Кстати, вся мебель здесь очень качественная и совсем нифига не дешевая. Я сейчас вам покажу еще ванную комнату, так там вообще мрамор и гранит. Здесь есть столик книжки, даже телевизор, но я не знаю, для меня это не очень. Wi-Fi. Да, Wi-Fi. Вот написано, что Russian books available upon request. То есть, если вы хотите почитать по-русски, можете спросить в Марине, я думаю, они это предоставят. Зона отдыха, диванчики и есть кухня, что для Марин вообще достаточно редко встречающееся. Холодильник. Тут даже он что-то масло лежит. О, водичка. Но думаю, это все-таки чужая. Электроплитка. Ну, здесь на самом деле ничего особенного. Там раковина, я не знаю, для чего это может быть, если что-то быстро приготовить. Далее. Здесь находится стиральная машинка и сушильная машинка. Но я думаю, что эту часть вы знаете, как выглядит что. Здесь рассказывать детально не нужно. Идемте в душевые. Ну, я думаю, что ты можешь зайти. Короче, душевые, вы видите, гранитная плиточка. Друзья, я хочу представить вам Ибрагима. Это человек, который помогал нам по лодке, делал все техническое обслуживание двигателей, генераторов и очень много механических работ по лодке. У него своя компания, которая занимается именно этим видом бизнеса. What are you doing with your company? Yeah, from the beginning we have a marine service. We can do everything for the first we can do the job for stainless steel or tech on fiberglass. We can also painting and we can do something with the fiber for the color when the people they like to change the color of the ship. We can do the other. So you are ready to make some big jobs? Big jobs, yeah. When we take the boat to the dry dock, we can make it from the beginning, from if the boat is white and the owner he needed blue or orange or something like that, we can do this from the beginning. We have our stuff, and also for the mechanic, we have a good stuff. We can take all the engine from any kind of the engine. Yani, we can work with the Yanmar, with MIN or Caterpillar or Volvo or doesn't matter. Yani, we have a good stuff for the engine. They can do everything for the old engine and the new engine now, and also for the outboard. We have also stuff to make everything for the dinghy engines, and also we have. People they can make the tapping inside the salon on the carpet and the things for the like the mattress. Fix the furniture and furniture and pillows. Yeah, something like that. Also, we have people. They are really really professional people. They make electronics for the boat. Yeah, and we have mechanic special for the electronics because this is marine. It's different. Electronics, not like in the city or like in the house, they need a really good person to know what exactly he do with the things in the boat. Yani, we have this guy, and he's a really good one and a professional one in this. How big boats can you manage? From a beginning, like I understand that if it is a dinghy, it's like 2.5 meters. Yeah. But which is the biggest size you are managing here? We make it the bigger one. It's a 34 meter. But it's quite big boat, 34 meter. Yeah. This the biggest one. It was come from Europe, and we have a lot of job in this one.
This before 1.5 years ago, I think we make because this boat he had a three engine inside GM, and it was from Italy, and they built it in 1983. Okay, but it anyway it it's an old one. It's an old one, and the style it's old one. But we make it in a really good way, and now we stay with us here in some hotels, and also we have a work with in Sunseeker boat. It was 64 feet, and we have a river boat. It was 74 feet. Uh-huh. This is the biggest sport what we do, yani. But if the people, for example, going from the north of Red Sea and just passing Suez and go somewhere in Socotra or maybe to Asia, and they need to make maintenance, so they could come to Hurghada Marina, and yes. here you can yes, yes, can offer yes, the some yes, services yes, for them yes. as well. They can see what they would like to do, yani, with us here, yani. We have all the stuff, and we can do everything, yani, for the stainless steel fiber. Engine, electric, everything, yani, for the meeting. Is it possible to do it fast? Because people who just, you know, going in the Red Sea, they don't want to stay for a long time. Yeah. So, for example, they need to come to make quickly maintenance of engine or generator. Is it? Can you do yeah, it? Yeah, we can do it, yani, faster. When the people they have only short time to stay here, we can work, yani, like more same, time. The same day. The same day we can keep us to in the place to finish the work. Maybe when we work like 6 hours or 8 hours, then we can make it with 10 hours till we finish the problem or what he need, and then he can take the boat and left. Yani, we can do it yani faster. Okay, good. Yeah. So. So you see, вы видите, ребята, что здесь можно обслуживаться. И, кстати, по своему опыту скажу, что цены на обслуживание здесь очень вменяемые. Поэтому, если бы я шел через Красное море куда-то в Азию, возможно, я бы здесь остановился просто, чтобы сделать техническое обслуживание. Поэтому, Ибрагим, thank you for you're welcome anytime your cooperation and thank you for helping me in the boat. Anytime in your second country or first country, yani. You're welcome anytime. Okay. Yeah, okay. Thank you, man. You're welcome, man. Мы выходим с лодки прямо на пирс, и вот вы можете посмотреть на расстоянии там 30 метров уже идет набережная и все ресторанчики. Ну, это, правда, туристические рестораны, но у нас устраивает, потому что после того, как мы провели достаточно большое количество времени в море, очень хочется видеть людей, очень хочется видеть цивилизацию, и вот такого туристического прикола нам все-таки немножко не хватает. Поэтому мы вышли, 30 метров, вуаля! Диночка, мы в ресторане. Почти. Почти. Последний рывок до мохито. И здесь по алкашке есть happy hour. Берешь один коктейль, а получаешь два. Алкашки нигде, кроме как здесь, нету. Есть еще отдаленный магазин, в котором мифически мы так там и не попали. Ну да, в городе же это все-таки мусульманская страна. Поэтому в городе во всех ресторанах алкоголь не продается. Это только в туристическом месте, в марине, ну и в ресторанах, в отелях. Это, конечно же, все есть. Но мы-то себе коктейль всегда найдем. Два по цене одного. Два по цене одного. А про цены мы расскажем, когда придем, покажем меню и расскажем, сколько что стоит. И вот мы сейчас идем по набережке, которая идет вдоль ресторанов. Сейчас еще рано. Сколько сейчас? 6 часов, да? Еще да. Светло. Подожди, какой раньше? 6 часов уже. И вот здесь вы можете посмотреть на вот эти ресторанчики. Они все хорошего уровня, но еда, естественно, по-разному. То есть иногда нормальная, иногда... Такая ну, себе. Такая себе, да. Меню. Ну, софт-дринки. Короче, курс 17 местных фунтов за 1 доллар. То есть вот вы видите, что софт-дринки все там 10-15 до доллара. Вот мохито, например, это нон-алкоголик, там почти там полтора. И стелла... Да, а вот сюда переезжаем. Нормальный мохито 60, но учтите, 60 это happy hour. Мы берем один и получаем еще один. То есть получается по 30. А 34 это 2 доллара. Поэтому у нас получается мохито. Причем мохито отличный. Стоимостью 1.5 доллара. Теперь дальше открываем меню с едой. Супы 1.5 доллара.
Вот есть какие-то чикен крем-суп, там чуть-чуть 2,5. Салаты по 4 доллара. Идем дальше. Пицца 2,5-3 доллара, некоторые 4 доллара. Что еще тут из такого прикольного? Ну, main course, то есть это основные блюда. Ну, все там от 5 до 10 долларов. Ну и сифуд, соответственно, тоже от 5 до 15 долларов. Это цены, которые находятся в самых дорогих ресторанах, потому что это туристическая часть, и сюда приезжает большое количество туристов, которые катаются, дайвят, снорклят. А вот, собственно, и стейк, который нам принесли. Это тибон и blue cheese соус. Будем жрать. Кто-то мне рассказывал о том, что не хватает ночных съемок. Вот, пожалуйста, у нас есть ночные съемки. Вот так выглядит Хургада Марина среди ночи. А там вдалеке, прямо по курсу, большой пиратский корабль, который называется Pirates 2. Вот, друзья, мы вам рассказали о Хургаде, рассказали о том, какая сейчас ситуация финансово-экономическая, рассказали о возможностях Хургада Марины. И мы починили лодку, но это мы уже не показывали, потому что здесь было все просто. Люди пришли, люди сделали, мы заплатили денег, люди ушли. То есть здесь ничего интересного нету. И мы готовы к прохождению Суэцкого канала. Поэтому дальше, в следующей серии, мы уже будем показывать подготовку, бумажные работы, paperwork. Это, как это сказать, бюрократию. И дальше уже непосредственно сам канал и выход в Средиземное море. До встречи! И я поблагодарить хотел бы всех, кто остается с нами на канале, за то, что смотрите нас. А людям, которые только первый раз посмотрели нашу серию, подписывайтесь, оставайтесь с нами, и мы вам будем рассказывать дальше много о Средиземке. До встречи!